гостях популярная актриса, певица Анастасия Денисова. Девки, хорошо, мне только что бесплатно предложили татушку сделать. Я буду делать на пояснице или на щиколке, как у Натали Орейро. Анастасия, поделитесь, пожалуйста, вашим секретом счастья. Мой секрет счастья в том, чтобы любить и быть любимой. Всегда, во всем, и неважно, с мужчинами или нет, просто даже любить свою собаку. А каким вы видите будущее человечества? Что вам дает надежду на то, что оно будет светлым? Я вижу будущее человечества в добре. Если мы все немножечко друг другу и к себе станем добрее, мы про это вспомним, что есть такое прекрасное чувство, то, мне кажется, все у нас будет хорошо. А расскажите о себе коротко, но красочно. И каким поступком в вашей жизни вы гордитесь больше всего? Коротко. Настя Денисова, актриса, певица, общественный деятель с недавних пор. Что я всенародно любимая Пална из сериала «Девчонки». Это Пална. Ну как я вам? Stress girl. Пална очень много работает. Вашу фуру отправили, да? Нет, Вашу мы не отправили еще. Да, я помню, да, надо быть. А когда она не работает, она ест. Ну ты же жрешь. Ты мне сейчас куском попрекаешь, да? Я горжусь своей работой. Я считаю, что мы сделали классный продукт, который радует уже и следующие поколения. Чем я горжусь? Ну, я горжусь тем, что, несмотря ни на что, я продолжаю учиться, радоваться любым мелочам и получать кайф от жизни, даже когда все очень плохо и, казалось бы, должно быть очень грустно. Дайте совет, как развить чувство благодарности? Ну, я придерживаюсь сейчас такого мнения, что просто надо делать. Надо просто благодарить, и тогда в тебе разовьется это чувство. Если ты хочешь, вот если спрашивают, как это полюбить себя, полюбите себя. Как в прямом смысле, скажи себе, я тебя люблю. И как привить благодарность? Благодари, говори всем спасибо. Спасибо, Катя, спасибо, Маша, спасибо, Петя. Да пожалуйста! Всем говорите слова благодарности. Так оно разовьется. А какая ваша любимая сказка и чему она нас учит? Ой, я сказки что-то все забыла. Ну, последнее время. Снегурочка и Золушка. Вот для меня вот и. Ну, потому что я вот считаю, что. Ну, чему учат эти сказки? Девочек быть девочками. И быть очаровательными, милыми, добрыми, нежными. Но и в то же время продолжать мечтать. Продолжать быть такими немножечко на цыпочках, немножечко неземными. Ой, принцесса. Как есть принцесса. Правда? Ага. Принцесса. А если вас попросят написать на обратной стороне визитки послание человечеству, что это? Живите и радуйтесь, пока руки, ноги целы, пока глаз горит, пока есть какие-то стремления, желания. Используйте это по максимуму, на полную катушку.